А это, говорит, я, старая знакомая. Да ладно, ты что, орешки, что ли? Да ладно. А это я, говорит, старая знакомая пришла. Злодейка какая. Ты иди сюда, что ты там так и будешь стоять, что ли, все время? Давай сюда иди. Смотри, орешки, смотри. Давай. Старая знакомая. Ну и куда ты побежала? Давай сюда. Орешка нашла, о, молодец какая. Иди сюда. Нет, говорит, не пойду я. Сейчас сначала спрячу, говорит. В надежном месте. Вот я об этом, кстати, говорил всегда. Люди думают, вот белка прячет орехи, значит, она сытая. Это кто такой-то тырит все? А? Белка прячет орехи, значит, она по логике, значит, она сытая. А вот и нет. У белок инстинкт прятать. Она прибежала голодная сюда поесть. На самом деле. У меня там куча орехов. Я уронил. Иди сюда. Вон, пошла опять. Надежное место надо найти еще. Кого-то она нашла там ненадежное место, какую-то другую белку. Бельчонка маленького нашла. А я, говорит, не смотрю, куда ты прячешь. Я просто, говорит, копаюсь тут. Кстати, спрашивают, чем белки занимаются целый день. Вот они бегают. Они не едят. Некоторые думают, что белки едят целый день. Нет, они ищут в траве чужие заначки и перепрятывают их. И так целый день у них. Вот она. А белка голодная, с одной стороны, а с другой стороны тут орехи валяются. Иди сюда. Орешки тут лежат. Давай, иди сюда. Давай. Давай. Вот орешки-то. Смотри, сколько орешков. Вот она спрятала все, что хотела. И теперь можно есть. Белка голодная. Видно, что белка голодная, но орехи она прячет. Все равно. Мне, кстати, иногда кажется, что белки прячут орехи для маленьких, для тех, кто не может сам добыть. Это белка, она гладиться не дает. Каждый день приходит, давай орешки сюда. А гладиться ягод не дам. Еще чего не хватало. Гладится еще. Злодей какой. Злодейка. Смотри, чего. Палец мой. Давай. Ну куда ты? Это же шутка была. Иди сюда. Давай. Это шутка была. Я, говорит, шуток таких не понимаю.
По-моему, у нее нет бельчат сейчас. Никого она не кормит. Но были. Один раз были уже. Сейчас уже все, по-моему.